Дорогие друзья, я живу в Сакраменто, Калифорния, штат Калифорния. У нас никогда нет зимы. У нас бывает пару месяцев, когда зима, февраль и январь. У нас бывает просто 1-2 градуса холода. И идут дожди, даже зеленая травка. И это у меня лук, смотрите. А вон так, там чеснок. И я... у нас 2 сезона можно все садить. Огурцы садят 2 сезона, клубнику 2 сезона. Лимон у нас 2 раза цветет, клубника 2 раза цветет. Смотрите, я только вчера вспомнила, что я хочу картошку посадить. Я 30 лет живу в Америке, уже пошло за 30. Я ни разу не садила картошку и никогда не ела картошку. Вот я посадила, смотрите. Только сегодня вспомнила, что я хочу картошку посадить. Уж еще не поздно, только 1 июня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот это 8-й ямка, и тут еще 2 будет ямки. Вот. Это хорошая земля, это коровьяк называется. Это я картошку мы резали всегда. 2 половинки порезали, одна целая. Потому что вот это будет отсюда расти, видите? Поэтому я ее вот так, она будет расти. Я всю жизнь выращивала картошку. Вот тут у меня 9 кустов будет картошки. И, друзья, вот смотрите, сейчас покажу. Вот это коровьяк. Это в Home Depot продается, дорогие. Вот это моя лопата. Такая. Еще тут будет 3 ряда картошки. Это мы срубали шелковицу, она не родила. Вот отсюда, там будет ряд. И тут 2 ряда. Вот это мой чеснок. Вот это 2 ряда морковки. Я первый раз в жизни посадила за 30 лет тут. А вот это какой-то салат. Это щавель я пересадила. Он переболеет и потом хорошо пойдет расти. У меня порвалась перчатка. Я сегодня без перчаток. И у нас распространяются лопухи. Я их тоже буду выращивать. А еще нужна крапива, та, что жалит мне на колени. Дорогие, вот это... Вот я тут посадила такую картошку, как у нас, американочка. А мне еще есть сорт желтой картошки. Я тоже ее вот сейчас тут буду садить. Вот. Дорогие, любим Бога. Отдаем душу ради своих детей, дорогие друзья. Добавлю еще, мне сегодня слово Бог дал, что ради матери и бабушки мы не должны обижаться на детей, что они мало к нам приходят, мало за нас заботятся, там мало дарят нам цветы и подарки. Мы должны переживать о том, как мы их мало им дарим цветы, как мы им мало уделяем время. Мы вообще должны забыть про себя. Мы им должны. И когда мы будем исполнять Божью любовь для них, покладая свою душу полностью, друзья, мы должны переживать, чтобы свою душу для детей и внуков покладать во всем, что только может рука наша и не может. Это мы им так и преподадим урок. И никто никому ничего не должен, написано в Слове Божьем, ради... только взаимной любви. Нету больше той любви, кто положит душу свою ради ближних своих, тем более ради детей, дорогие. Я удивляюсь сегодня. Это мало сказать, что удивляюсь. Есть родители, когда старенькие, они обижаются, что дети им не помогают. Дорогие, это неправильно, это не по Слову Божьему. Бог сегодня мне открыл, что если... мы будем заботиться о наших детях и не переживать о том, что они для нас будут заботиться или нет, то тогда это будет для них урок. И они обязательно будут для нас тогда переживать и нам помогать, и заботиться. Понимаете, друзья?
Мы вообще не должны думать, вообще мы не должны думать, что они там нам что-то не додают или как-то нас недоуважают. Вообще забудем об этом. Я, например, в шоке, честно сказать. Я не переживаю, что моя дочь ко мне приезжает или нет, внуки. Звонят мне или нет, дарят цветы или нет, хотя они дарят и звонят, и пишут. Вот. Я за это не переживаю. Я переживаю, как я их люблю. И как сколько я за них молюсь, друзья. Аминь. Это слово от Господа.